Я по набережной бегу, бегу, бегу. И хочу сейчас зайти в кафешечку, выпить чашечку кофе. Вот сейчас зайду в кафешечку. Здесь красивое обслуживание, красивая подача кофе. Вот сейчас я зайду. Заходим. Здесь справа сладости. Ну, сладости не буду. Вот заходим. Вот так смотрится кафешечка. Музыка играет. Ну ладно, зашли. Günaydın. Кофе туркиш, шекер. Шекер, кофе. Туркиш. Жалюзи затянуты сейчас немного. Просматривается море, чайки. Я звук отключила, играет музыка. Мне паренек несет кофе. Здесь такая красивая подача. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Вот, пожалуйста, звук отключила, играет музыка. Я сказала, ты шекюра дарим. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, кофе с роскошной пенкой. Пожалуйста, сладости в розеточке и стаканчик водички с водой. Ну что, мои хорошие, наслаждаюсь и прощаюсь. Чем отличается хорошая кофейня от нехорошей? В хорошей кофейне всегда подают с кофе стаканчик водички. И я благодарна турецкому дому. Теперь еду к родному. Мои хорошие, вы это видео будете смотреть уже из Киева. Я буду в Киеве. Я сегодня пришла попрощаться с парком, заливом Мраморного моря. Я прощаюсь сегодня с Измитом, с таким прекрасным городом Турции. Измит – это север Турции. Я прощаюсь с прекраснейшим турецким народом, таким добрым, отзывчивым, улыбчивым. Люди мои хорошие, сколько я получила здесь хорошей энергии. Я каждый день получала знаки внимания. Я приходила домой и говорила: «Катя, мне сегодня улыбнулось 3 человека. Со мной сегодня поздоровались. Мне сказали: «Гюнайден» 2 человека, доброе утро. Мне сказали сегодня: «Мераба, здравствуйте». Катя, с 3-го этажа выходил сосед с мальчиком, ребенку 5 лет. Этот ребенок мне говорит: «Гюнайден». Папа говорит: «Гюнайден, доброе утро». Со мной люди здоровались. Я получала прекрасные, приятные знаки внимания. Как это приятно. Это заряд, заряд энергии, положительной, хорошей. Прекрасный народ турецкий. Очень-очень отзывчивый, добрый и улыбчивый. Вот в приоритете для меня конкретно культура этого народа. Я многому научилась у этих людей. Я видела, как люди отдыхают. Это умиротворение. Тканевые скатерки, термосы. Все тихонько сидят, никого не слышно. Не слышно. Умиротворение. Я смотрела на эти столы. Чайники, термосы, какие-то сладости. Как приятно люди отдыхают. Этому нужно учиться, культуре этого народа. Я сегодня прощаюсь с заливом Мраморного моря, хотя этот залив виден из наших окон. Я прощаюсь сегодня вот с таким прекрасным, красивым, ухоженным парком. Прощаюсь с этими пальмами, прощаюсь с дорожками, с клумбами, с цветами, с розочками. Начали распускаться тюльпаны. Я прощаюсь, прощаюсь. Прекрасная природа, прекрасный климат. В Измите не жарко. Это не юг, не Анталия, не Алания. Нет, это север Турции. Я хочу пожелать турецкому народу счастья, чтобы никогда этот народ добрый, доброжелательный, не испытывал такого горя, как недавно они испытали люди. Страшные природные катаклизмы, страшные. Не доведи, Господь, пусть эти люди живут в мире, в счастье. Пусть улучшится их благосостояние. Пусть уйдет инфляция. Пусть улучшится
экономика страны. Этот народ заслуживает этого. Измит, я сегодня с тобой прощаюсь. Оставайся с Богом, а мы с Богом будем добираться домой. Утренний Измит. Проезжаем вдоль мраморного моря. Очень красивый цвет воды. В машине играла музыка. Звук отключила. Şimdi hemen Akbank Mobil'den kampanyaya katıl. Akbank kartla bu ay boyunca yapacağın ikinci ve sonraki her 300 TL. На стене зеленая зона, травка. Травка растет, травка. Или это кустики такие. Въезжаем сейчас в туннель и будем ехать под Босфором. Катя трусишка боится. Я держу камеру. Под Босфором люди.
Выезжаем со Стамбула, с автовокзала. И вот, пожалуйста, заполнено с автобуса. 10 человек, 9-10 человек. Вот, свободный автобус. Сидим по одному, очень удобно. Нас угощают, сейчас будут давать кофе или чай. Сейчас покажу. О, ты шакира дарим. Вот, пожалуйста. Покидаем Турцию, прошли турецкую границу буквально за 6 секунд. Сейчас Болгария. Беспорядок под каждым двором. Боже.
Болгария. 6:00 вечера. Ножки не устали, нет. Болгария. Небольшая остановочка, Болгария. Мы еще в Болгарии. Вечер уже. Уже район 7:00, 19:00, приблизительно так. Горы в горах, мы в горах. Вот наш автобус белый стоит. Стамбул, Киев. Ух, какая трасса здесь. Фуры идут. И наш красавец. Белый теплоход почти, да? Белый теплоход. Ах, белый теплоход. Так, хорошо, переходим. Наш водитель возле автобуса стоит. Классические туфли, вельветовые джинсы. Чистые туфли красивые, белая рубашка из-под свитера, да? Такой красивый мужчина, очень элегантно смотрится, очень стильно смотрится. Очень приятно посмотреть, наш водитель. Автобус Стамбул-Киев. Вот такие турецкие водители. Проезжаем Бухарест. 22:30. Кажется, не так поздно. Но вообще на улицах ни одного человека. Вообще. Болгарию проехали днем, ни одного человека. И вот Бухарест, ни одного человека. Мы уже в Украине, проехали Кам'янець-Подільський. Минут, и мы в Киеве.